Всем привет! Привет, привет! Ой, вот так. Всем привет и добро пожаловать на мой канал. Я все хотела попасть на базар. Таня, ездили по магазинам, купили там то сё, молока главное для Насти, чтобы мне тут особо не выходить по жаре, но там, когда закончится, Ур привезет. Таня же уехала. Ах, вернее, еще пока не уехала, но когда выйдет это видео, она уже уехала. Вот, и она говорит, что тебе, мама, еще надо? Ну, мы там покупали, что там какой-то необходимый запас продуктов. А вот, она говорит, что тебе еще надо? Я говорю, я хочу на базар. Она говорит, что тебе на базар? Я говорю, ну, мне, ну, в принципе, нужно то, то, там, ну, в общем, целый список. Вот, и все хотели на базар поехать. Ну, сегодня такой день, что не получилось, не случилось за мной приехать. Отвезти меня на базар, и слава Богу, слава тебе, Господи, что этого не случилось. На базар ездила Таня с Уром, привезли мне по списку все, что я просила. Они мне все привезли, и знаете, вот держу баклажан, он теплый. Держу помидор, он теплый. В общем, теплое все. Просто вот. Ну, представляете, да? Температура тела. В общем, это какой-то ужас. Сегодня на градуснике у меня здесь в тени было 42. Сейчас 38. Не знаю, как эти овощи доживут. Таня говорит, ходить по базару вообще просто невозможно. И говорит, ты вот... Это... Она мне говорит, давай купим в Тахтакале все овощи. Я говорю, да ну, что-то, я говорю, мне там не приглянулись, я хотела черешню, она там никакая. Вот. Даже не знаю, сколько стоит. Ну, я вам рассказывала. Вот, я говорю, ну, базар есть базар. Она говорит, если тебе, говорит, в магазине ничего не приглянулось, то на базаре тебе точно ничего не приглянулось. Все, говорит, ужарилось. Ну, представляете, 42. Вот, все такое горячее, все такое прям нетерпимое. Вот, по-моему, только капуста одна прохладная. Видимо, где-то там... А может быть, уже сейчас здесь охладилось, потому что у меня кондиционер включен. И, возможно, все это охлаждается. Слушайте, даже картошка теплая. Прям в пакет засовываешь руку, можно греть. У меня здесь прохладно сейчас, потому что на градуснике у меня температура 24. 24 градуса в комнате. Естественно, тут уже все охлаждается. Ну, давайте я вам покажу, что она купила. На самом деле, не критично, что ничего такое еще не вялое. Ну, все равно. Я сейчас, наверное, разберу по местам хранения. Я имею в виду, переложу в какие-то чаши, миски это все. И тогда вам уже покажу. Единственное, вот тут она мне картошки привезла. Ну, что, просила 3 килограмма, тут явно килограмм 6. Вот, сразу на место отправлю. Ну, картошка вам, наверное, неинтересна. Но если что, я могу показать. Вот такая вот картошина. Это мой, кстати, любимый размер. Не очень крупная, не очень мелкая. Она хорошо, у нее кожура еще отходит, как молодая. Вот, хорошая картошка. Ладно, я ее уберу. И уберу капусту. Вот капуста на мне вот такой вот вилочек купила. Ну, вроде не очень большой. А когда мы были на базаре, вилки все были огромные. Прям вот огромные. Думаю, как его, где его хранить, как его что. Не стала брать. Ладно, а другое, все остальное давайте чуть-чуть попозже посмотрим. Сейчас я это разберу и вернусь к вам. В общем, сама разглядела покупки, которые Таня мне прикупила. Кстати, охлаждается уже, не так горячее. Молоденькие кабачочки, баклажанчики и перчик. Все такое нарядное, красивое. Почему просила купить баклажанов и кабачков? Я делала на Настин день рождения баклажаны по своему рецепту. И их прям смели. Прям вот была большая-большая у меня такая емкость. Вот, и все это съели. Хочу повторить, сделать. Оно долго стоит в холодильнике и не быстро съедается, не портится. Вот. Рецепт, все рецепты мои есть на канале, все они в плейлисте «Мама Лена готовит». Так, значит, мы посмотрели баклажаны, кабачки и перчик. Вот. Можно, кстати, перчик нафаршировать. Так, переходим сюда. Так, капусту вы уже у меня видели. Это у меня яблочки.
попросила купить. Настя грызет, но ее, их надо чистить ей. Так, это вот помидорчики. Вот такие вот. Здесь целая гора огурцов. Я вообще не знаю, куда она мне их столько купила. Я сама огурцы не ем. Я вот ем помидоры. Огурцы для меня это так. Ну, Настя грызет, она любит. Но все равно столько не сгрызть. Я даже не знаю, сколько тут килограмм. Ну, ё-моё, тут килограмма 3. Просила килограмм. Ну и абрикосики. Так, что еще у меня есть? У меня еще есть... Ой, сейчас вам покажу. Вот. Вот еще персики. Из фруктов. Просила еще черешню. Говорит, нету прилично. Вся такая вялая-вялая. Короче, выкинуть не жалко. А еще просила молодой чесночок. Тоже у меня закончился. На базаре его не было. Абрикосики такие, знаете, тверденькие. Я тогда покупала эти абрикосы, сладкие были. Это, наверное, тоже такой же сорт. Не хочу немытые пробовать. Пошли персики уже. Что я не сказала? Я не сказала, что они все это купили мне на 500 лир. 15. На 1500. Персики такие прям хорошенькие, но они теплые. Не хочу даже их пробовать. Сейчас они немножко остынут. Блин, ну с огурцами, конечно, навдала. Единственная надежда на Настю, что она поможет мне эти огурцы есть. Потому что я как-то... Может их посолить? Может малосольными сделать? Слушайте, правда. Чеснока молодого нет. Ну что это такое? Она говорит, похоже, говорит, он уже все вышел. Ну, а может быть, скорее всего, просто не... ну, нет, на базаре сейчас, может, закончился или еще что-то. И еще, вон, видите, арбуз. Она купила большой, целиковый. И пришла сюда, и мы его разрезали пополам, половину она отнесла. Ну, потому что это действительно мне такой большой не съесть. Вот, а Настя арбузы не ест. Ну, может, сейчас начала, но до этого она не ела. Ей лучше огурцы... Морковку, кстати, морковки тоже нет, но я ее не просила покупать. И вот она, яблоки. Вот, что сейчас делаю? Сейчас, наверное, это замариную огурчики. Не замариную, засолю, малосоленькие сделаю огурчики. И, может быть, сделаю что-нибудь еще. А может, ничего не буду делать. Буду сегодня отдыхать, потому что впереди трудовая вахта. Так, арбузы я хочу попробовать. Вот. Сейчас попробуем с вами арбуз. Отрезала арбузика. Будем пробовать. Выглядит неплохо. Вы любите теплый арбуз? А горячий? В общем, короче, это есть невозможно. Надо ждать, пока он остынет. Он теплый. Вот, знаете, вот как парное молоко. Вот даже, по-моему, побольше градусов. Ну, в общем, короче, нет. Пока не остынет, есть его невозможно. Но так ничего, сладенький. Да, на вкус сладкий. Весь красненький. Ну, теплый. Ладно, подождем, пока он охладится. Пока позаймемся чем-нибудь другим. Хочу на улицу с Жосиком. Там уже темнеет. Но вот эта цифра меня очень пугает. Подожду, пока еще подостынет. Время почти 9 часов. Пора с собакой гулять. 34 градуса. Ну, пойду, что делать. Жосик, ты готов? Готов идти на прогулку? Да, готов. Скажи, я готов, только одевать вот это я ничего не хочу. Куда ты побежал? Пойдем? Пошли. Пошли гулять. Пойдем. Пошли. Побежали, побежали, побежали. Пойдем. Не хочет одевать. Поводок. Пойдем. Все, я ухожу. Я ухожу. Все, пока. Мусор надо вынести. Идешь? Нет? Представляете? Мы все-таки вышли на улицу. Ну, как в парную заходишь. Но правда не влажно. С
сухонько, ветра нет. Сегодня утром, кстати, когда я гуляла с собакой, был такой легкий-легкий ветерочек. И хотя температура была гораздо выше, было как-то так. Ну, более комфортно, чем сейчас. А сейчас, конечно, караул полный. Воздух горячий от тротуара, от дороги. Жар прям от домов, жар. Камень весь нагрелся. Конечно, душно. Ну, я думаю, что на берегу моря... ЖК, что ты упираешься? Иди. На берегу моря, наверное, в отелях комфортнее. Хотя, может быть, там влажность повыше. Не знаю. Кстати, кто отдыхает, напишите. Как вам сейчас в отелях? Как вы там выживаете? Тоже так, как и мы, под кондиционерами? Или в бассейне по горло? Нагуляли с Жосиком от души. И вот смотрите, 34 градуса на улице. Мой день на сегодня закончен. Жарко, работает кондиционер. Пойду сейчас в спальне тоже включу кондиционер, здесь выключу и буду спать. Немножко порисовала сегодня, ну, очень мало. Что-то у меня последнее, ой, плохо продвигается. Видно? Вот. Вроде что-то получается. Занимаюсь немножко творчеством. Долго с Жосиком сегодня гуляли. Ой, так что не упало. Долго с Жосиком сегодня гуляли. Встретили приятельницу, с ней прогулялись, а потом еще зашли ко мне сюда, здесь чайку попили, поболтали, и все, я уже не могу. Хочется прилечь. Поэтому с вами я хочу сейчас попрощаться. Спасибо, что провели со мной этот день. Побывали на базаре. Ну, на базаре мы не были, но, во всяком случае, мы хотя бы посмотрели, что там есть и как это выглядит. Засунула в холодильник арбуз. Ну, вот я говорила, что я не люблю арбузы с холодильника, но держать его здесь тоже нет никакого смысла. Надо его завтра взять и съесть. Яблоки вот в комнате лежат, их можно теперь держать в руках, они не горячие. Вот, постепенно все остывает, охлаждается, слава тебе, Господи. Завтра что у меня по плану? Завтра будем жить. Что нам еще остается? Вам всем хорошего дня. Не знаю, когда выйдет это видео, возможно, у вас будет выходной день, возможно, будет рабочий. Пока не знаю, просто у меня есть некие видео, которые я хочу вне очереди выложить, пообщаться с вами там на важные для меня темы. Надеюсь, что они для вас тоже будут важными. Возможно, когда видео это выйдет, именно это выйдет, те важные видео уже увидите. Ладно, все. Не буду ничего выдумывать. Увидимся с вами завтра обязательно утром, как всегда, в 9:15. Подписывайтесь на канал, не забывайте про меня. И увидимся в следующем видео. Всем пока-пока.